подключения к устройству по сети Ethernet. Для установки связи между устройством RZA и компьютером по сети Ethernet вам понадобится терминал RZA, в данном случае серии TOR 300 с наличием портов связи типа Ethernet, патч-корд, соединительный шнур, и ноутбук с заранее установленным сервисным ПО Micro. В процессе подключения мы будем использовать разъем XT1. Необходимо отметить, что разъемы XT1 и XT2 имеют общий IP-адрес, аналогично разъемы XT4 и XT5. Перед связью необходимо убедиться, что компьютер и устройство RZA находятся в одной подсети. Проверяем настройку устройства RZA. Для этого заходим в основное меню, нажав кнопку E. Далее в настройки. Затем выбираем порты связи. Обратите внимание, что к меню Ethernet 1 относятся настройки для портов XT1 и XT2, а к меню Ethernet 2 относятся настройки для портов XT4 и XT5. Нас интересует Ethernet 1. В строке IP видим адрес терминала 192.168.132.253. Проверяем настройку сети компьютера. Для этого в панели управления заходим в свойства сетевого адаптера. Открываем для редактирования TCP/IP. Назначаем IP-адрес той же подсети, что и у устройства RZA. IP-адреса не должны совпадать. На этом настройка связи между терминалом RZA и компьютером закончена. Переходим к работе в программе Micro. Запускаем исполняемый файл Micro. В нашем случае он находится на рабочем столе. После загрузки программы необходимо добавить устройство. Это можно сделать автоматически, нажав на кнопку «Поиск». Выбираем нужный терминал, смотрим на столбец IP-адрес и добавляем его в проект. Видим, что подстанция и устройство добавлены. Изменяем наименование и описание подстанции. Затем описание устройства для последующей визуализации. Обратите внимание, вместе с изменением описания терминала изменился и путь к сохраняемым данным на компьютер с этого устройства. Нажимаем на кнопку «Подключить», и при успешном подключении к устройству рядом с его именем в дереве отобразится индикация зеленого цвета, в противном случае красного. Отключаемся от устройства. Подключение к устройству через USB. К терминалу можно подключиться и через специальный технологический порт USB, который находится на лицевой панели терминала RZA. Для установки связи между устройством RZA и компьютером через USB вам понадобится терминал RZA, в данном случае серии TOR 216, USB-кабель типа AB, ноутбук с заранее установленной программой Micro. Проверим параметры порта. Для этого в диспетчере устройств «Порты» выбираем из списка необходимый порт. Во вкладке «Параметры порта» выставляем скорость, например, 115 200 бит в секунду. Биты данных – 8. Четность – нет. Стоповые биты – 1. Управление потоком – нет. Подтверждаем изменения. Возвращаемся в программу Micro. Добавляем новое устройство, нажав на кнопку «Добавить». Изменяем описание и производим настройку подключения к устройству. Выбираем тип устройства, в нашем случае TOR 216. Далее для настройки линии связи в открывшемся окне выбираем тип линии связи, последовательный компорт. Выбираем номер компорта, выставляем скорость 115 200. Применяем сделанные изменения. В пункте «Шаблон» выбираем наименование устройства. Проверяем подключение к устройству. После окончания работы сохраняем проект. Так как это новый проект, вводим его наименование и подтверждаем сохранение.